я ваш личный тренер, и зовут меня Фуфунди. И возьмите все дела свои подальше, их засуньте. Сейчас мы будем с вами подтягивать сноровку. Ложитесь поудобнее, начинаем тренировку. Движение это жизнь, движение это жизнь. Да ты сперва лежать, нормально научись. Принял форму шарика, улегся на бочок, и твоя фигура сразу сделает скачок. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем интенсивно отдыхать. Я из тебя сделаю нормального кота. Четыре, три, два, раз, начинаем наш спортивный расколбас. Диета это фу, диета это шляпа. Фуфунди гневно размахивает лапой. Не думай, что я вру, и не смотри, что я пушистый. Нормального кота мы из тебя сделаем быстро. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. Ой, не то. Берем кило картошечки, делаем пюрешку. Можно к ней еще подрезать оливьешку, тарелочку котлеток, кастрюльку шашлыков, хлебушек, компотик, и завтрак наш готов. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем интенсивно отдыхать. Пять, четыре, три, два, раз, начинаем наш спортивный расколбас. Хорошенечко спи, хорошенечко кушай. Ну и, конечно же, мамочку слушай. Зачем тебе мышцы? Зачем тебе сила? Каждый котик должен выглядеть мило. Бежать это жизнь. Если Фуфунди берется за дело, то сделает тебе идеальное тело. Будет твоя форма лучше, чем у тех лошар. Но стоит лишь отметить, что форма это шар. Фуфунди. Раз, два.